Мы сегодня собрались в этом прекрасном зале накануне замечательного праздника. 8 марта, Международный женский день. Для меня этот праздник очень важен. Почему? Потому что у меня в семье 8 женщин и 10 мужчин. Я думаю, что в ближайшее время будет, наверное, паритет уже, так сказать. Надеюсь, по крайней мере. И я хотел бы пожелать нашим любимым женщинам прежде всего здоровья. Потому что если нет здоровья, то жизнь становится чрезвычайно тяжелой. Пожелать им благополучия в семейной жизни, творческих успехов. Очень хорошо встретить этот праздник. Мое увлечение в жизни, которое впоследствии стало работой, это аккордеон. Но перед тем, как сыграть для наших прекрасных дам, я хочу пропеть или проговорить маленький отрывочек из всем известной оперетты. Да, без женщины весь свет нам не мил, кто из нас их подчас не любил, не уйти нам от них никогда. Никуда, да-да-да-да, пусть мы ссоримся с ними порой, все стоим мы за женщин горой, потому что без них жизнь пуста и темна, мир уныл и весна мрачна. Вот. Ну и хочу сыграть произведение, это называется «Вальс под небом Парижа». Многие женщины, я знаю, очень любят это произведение. Ну, оно мне тоже очень нравится. Это будет все сделано вот на этом небольшом аккордеончике. Который мне предоставил наш замечательный центр «Ларион». Можно назад отойти? Потому что я как бы... Да? Ушли назад? Или потом вы монтировать будете когда-то?